Всем привет! Продолжаем знакомиться с интересными людьми. София Тойбер Ар, дизайнер мебели, интерьера, художник, архитектор, танцор. Родилась в 1889 году в Швейцарии, дочь фармацевта. Семья переехала в Германию, когда ей было 2 года. Несколько лет спустя она начала посещать художественные школы и во время Первой мировой войны вернулась в Швейцарию. На выставке в 1915 году впервые познакомилась с немецко-французским художником Гансом Жаном Арпом, за которого она вскоре вышла замуж. Именно в эти годы они стали ассоциироваться с дадаизмом, движение, появившееся в 1916 году. Переехали во Францию в 1926 году, оставались до вторжения во Францию во время Второй мировой войны, после чего вернулись в Швейцарию. В 1943 она погибает в результате аварии из-за протечки газовой плиты. Считается одним из самых выдающихся художников бетонного искусства и геометрической абстракции 20 века. Училась в школе декоративного прикладного искусства в Гамбурге. Изменила свою фамилию на Таубер Ар. Преподавала ткачество и другие текстильные искусства. Ее текстильные и графические работы примерно с 1916 по 1920 годы являются одними из самых ранних конструктивистских работ. Это сложные геометрические абстракции, которые отражают тонкое понимание взаимодействия цвета и формы. Участвовала в постановках, вдохновленных дадаизмом, в качестве танцовщицы, хореографа и кукольника, а также создавала куклы, костюмы и декорации для представлений в кабаре Вольтер, также для других театров Швейцарии и Франции. Была автором Цюрихского «Дадам-манифеста». Была близким другом авангардного поэта, публициста и художника Тристиана Цара, который был одним из центральных фигур движения «Дада». В 1926 году вместе с мужем переехала в Страсбург, где оба они приняли французское гражданство, после чего делили свое время между Страсбургом и Парижем. Получала многочисленные заказы на проекты дизайна интерьера. С начала 1920-х годов жила в основном в Париже, продолжала экспериментировать с дизайном. Василий Кандинский сказал: «Софи Тойбер Ар выразила себя посредством цветного рельефа. Особенно в последние годы своей жизни использует почти исключительно простейшие формы». В 2014 году в центре Жоржа Помпиду была выставлена фотография танца Тойбер Ар в стилизованной маске и костюме на выставке «Кабаре Вольтер» в 1917. Единственная женщина, чей портрет был на банкноте в 50 франков. 1995 по 2016 год. Работа ее есть во многих коллекциях мира. Как я уже говорил, в 1943 году она умерла от несчастного случая отравления угарным газом из-за неправильно работающей печи в доме. Ну, так вкратце, конечно, из переводной Википедии о художницы, дизайнеры мебели, интерьера, архитекторы, танцоры Софии Генриетте Гертруда Тойбер Ар или просто Софи Тойбер Ар. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.